Добрый день, уважаемые друзья. Я председатель сельскохозяйственной артели колхоз «Премпродукт Аркубань» Барлакова Марина Рамазановна, председатель регионального отделения Союза женщин Карачаево-Черкесской республики. В очередной раз наша страна подвергается испытаниям. Сегодня некие силы пытаются дестабилизировать обстановку. Что хотелось бы сказать в такой ситуации, дорогие друзья, дорогие соотечественники? Мы не будем поддаваться паническим настроениям. Мы надеемся, что глава нашего государства непременно найдет выход из сложившейся ситуации, что наберется терпения, мудрости и данную ситуацию разрешит самым наилучшим образом и без человеческих потерь. Сегодня, конечно же, мы хотим сказать, что мы патриоты своей страны, что мы любим свою страну, свою малую родину и всячески будем поддерживать нашего президента. Я более чем уверена, что наша поддержка ему как никогда сегодня необходима.